Около 250 школьников из 30 городов и регионов нашей страны в течение 5 дней принимали участие в дебатах, в рамках которых они совершенствовали свои навыки грамотно и ясно излагать мысли перед большой аудиторией. И вот сегодня в юноармейце финал, и ребята узнают результаты проделанной работы. Мероприятие проходит в нашем округе уже несколько лет подряд. На этот раз всех участников поделили на три основные лиги – англоязычную, русскоязычную для опытных спикеров и русскоязычную для начинающих дебатеров. Тематика форума в этом году – проблема современного образования. У нас расширилась география участников за счет того, что удалось привлечь экспертов международного уровня, которые проводят международный чемпионат по дебатам и чемпионат Европы, и которые сами являются финалистами и призерами престижнейших международных турниров. В этом году возраст участников составил от 14 до 19 лет. Это место с неповторимой атмосферой, место, в котором можно получить очень много новых знаний, очень много новых впечатлений, много друзей новых завести. И это на самом деле большой опыт, потому что здесь приезжают много новичков, которые только хотят познакомиться с дебатами. И для тех, кто более опытный, это опыт в плане работы с новичками. Для меня это радость, счастье. Я прям с восторгом приехал сюда уже второй раз. В завершении форума участники каждой из лиг, а также спикеры были награждены грамотами и ценными призами. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.